Я родилась в прекрасной семье. Мои папа и мама ходили на работу. А когда они возвращались, мама мыла посуду, а папа смотрел порно-журнал и пил пиво. Иногда папе становилось скучно, и тогда он начинал играть с мамой. Конечно, он не сделал бы ничего плохого, но мама почему-то очень боялась. А еще я хотела Барби и Кена. Однажды мама очень сильно испугалась и упала из окна. Но перед смертью она сказала мне, чтобы я обязательно вышла замуж. И я выполнила ее просьбу, а муженик был как две капли похож на моего отца. Вскоре родился сын. У нас была прекрасная семья. Я приходила с работы и мыла посуду, а мой муж смотрел порно-журналы и пил пиво. Иногда он играл со мной так же, как папа играл с мамой. И так прошло 25 лет. Мой сын возмужал, и теперь они вместе с мужем смотрели порно-журналы и пили пиво. А у меня по-прежнему не было Барби. Как-то раз я пошла в магазин и встретила там парня, очень похожего на Кена. Он пообещал мне купить Барби. Я вернулась домой. Муж и сын смотрели порно-журнал и пили пиво. Тогда я накрасилась и пошла на свидание к моему новому другу. Он поцеловал меня и сказал: «А давай убьем твоего мужа. Тогда мы получим страховку, и я куплю тебе Барби». Я сказала, что я должна подумать, а потом проснулась утром и увидела, что мой сын и мой муж мертвы. Тогда я поняла, что это сделал мой друг. Я очень испугалась, что его посадили в тюрьму, поэтому сказала следователю, что это я попросила его совершить убийство. Я больше не видела смысла в жизни. Мне хотелось скорее попасть на небо.